Спустя 6 лет возобновили прямой рейс из Даляня во Владивосток. В честь долгожданного прилета самолета в стенах аэропорта прошло торжественное мероприятие. Гостей из Даляня встречала девушка в русском народном костюме, угощала пирожками и чаем из самовара. Сейчас мы открываем это направление, и я рассчитываю, что частота рейсов будет увеличена, потому что востребованность есть, желание есть. Мы очень рады, что китайские партнеры будут летать именно по этому направлению. Мы рады приветствовать их в нашем международном аэропорту, ну и, соответственно, во Владивостоке. Полеты по маршруту Владивосток-Далянь будут выполняться один раз в неделю по четвергам китайской авиакомпании Hainan Airlines. Пассажиры проведут в воздухе всего 2 часа. Время вылета из столицы Приморья – 12:10, а прилета – 11:00. Первое, что должно случиться, это, безусловно, прямые авиарейсы. Причем это важно для всех направлений сотрудничества. Безусловно, это бизнес. Да? Наши предприниматели летают друг к другу. Это там, ну, более легкие, это, такие профессионально выстроенные логистические связи в том числе. Конечно же, это гуманитарное сотрудничество. На торжественной части представитель китайской стороны назвал открытие рейса важным шагом, так как Владивосток и Далянь являются городами-побратимами. Мы надеемся, что через открытие прямого авиасообщения сотрудничество между провинцией Ляонин и Приморским краем, а также между городами Владивосток-Далянь будут постоянно укрепляться. Напомним, сейчас пассажирам из Владивостока доступны прямые рейсы в 3 города Китая – Харбин, Пекин и Далянь. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на 8.